Оперативники задержали находившегося в федеральном розыске подозреваемого в тяжком преступлении. В августе прошлого года в одном из баров Городищенского района между двумя посетителями произошел конфликт. 26-летний мужчина ударил ножом вступившегося за девушку парня и скрылся. Полицейские выяснили, что он покинул пределы региона и был объявлен федеральный розыск. Спустя полгода мужчина был задержан в момент своего приезда в Волгоградскую область из южных регионов страны, где он все это время скрывался у знакомых. Он сознался в содеянном и сейчас арестован. В Октябрьском районе в полицию обратился 47-летний волгоградец, который сообщил, что на протяжении нескольких месяцев он пользовался услугами женщины-экстрасенса. За то время, пока она снимала с него порчу и диагностировала организм, мужчина заплатил ей более 600 тысяч рублей, однако эффекта не получил. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.